Твери усилен контроль за работой управляющих организаций по очистке крыш от снега и наледи. Специалисты районных администраций в ежедневном режиме взаимодействуют с УК, которые проводят расчистку крови и фасадов зданий. Ходить вблизи домов вот с такими скатными крышами сейчас небезопасно. Сосулек нет, но наледь в любой момент может сползти даже с середины кровли. За тем, как с очисткой справляются управляющие компании, следят специалисты районных администраций. Здесь, на набережной Степана Разина, работает вышка. Хочу обратить внимание наших жителей на то, что визуально не всегда удается полностью определить и местонахождение наледи. В этой связи просим как-то, ну, все-таки внимательнее относиться к своим жизни и здоровью и выбирать места подальше от крыш. Отдельно хочу отметить сложность данных работ при проведении в центральном районе. В связи с тем, что это историческая застройка нашего города, достаточно узкие тротуары и узкая проезжая часть. Так вот, предлагаем также выбирать пути обхода, вот, допустим, как на Степана Разина, это тротуар вдоль реки Волги. Также набраться терпением автолюбителям, когда автовышки перекрывают движение. Содержание придомовых территорий, их своевременная расчистка и обработка – также обязанность управляющих организаций. В ходе визуальных осмотров специалисты районных администраций выявляют случаи нарушений и направляют в УК, ТСЖ и ЖСК